В Китае упали цены на элитную недвижимость. Это вызвано затянувшимся обвалом на китайской бирже. Ее индекс за 3 недели упал до 30%. Как следствие, крупные инвесторы стремятся избавиться от недвижимости класса люкс. Это позволило бы им возместить потери от биржевого кризиса. Доходит до того, что особняки и апартаменты выставляются на продажу по цене на 10% ниже рыночной. До наступления кризиса элитная недвижимость стабильно дорожала. Эксперты изначально прогнозировали рост цен на 20%.